Навучить правильно оказывать первую доврачебную допомогу. Причем у роли выкладчиков выступают будущие медики. Этот проект медицинского колледжа так и называется «Ровесник навучая ровесника». Как старшеклассники Могилева проходят однодневную практику, бачила Татьяна Сергейчик. Як правильно зробить штучное дыхание до приезда хуткой допомоги, зафиксовать перелом и головное, як не разгубиться у надзвичайной ситуации. Будущие медики імкнуться переконать своих ровесников, что усяму гэтаму можно научиться и можно научить. Вот смотрите, с минимальной помощью будущего медработника все-таки ваша сверстница замотала сама. Была практика, нам это показывали, когда у нас была медицинская подготовка. Где? В центре допризывной подготовки. Могилевский медицинский колледж третий год ладить практику для старшеклассников. И выкладчики долучили до этой справы своих навученцев. Видно, насколько это интереснее, когда не взрослый рассказывает, а твой ровесник. Может быть, на несколько месяцев, на несколько лет старше. Но они говорят на одном языке. Это одно поколение. Татьяна Сергейчик, Виталь Вопсев, новини региона.